Привет, друзья, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Honda Fit. Вот этот автомобиль мне надо отремонтировать. Капот, бампер, крыло и всякая эта бельберда меняется. И для начала ремонта я снимаю с нее все, то чтобы начать работу, все, что мне мешает. Итак, разобрал, и теперь первым делом я вытяну вот это место, горшок и боковину лонжерона. Итак, как мне кажется, я уже вытянул, чуть что дотяну. Сейчас все эти поврежденные детали я удалю. Они будут меняться, то есть все пойдут на замену. Итак, теперь я буду дотягивать для того, чтобы убрать вот эти вот все заломы. Конечно же, не забываю промерять все диагонали, расстояния на всех этапах кузовных работ. We'll be right back.
так, в диагонали как бы все хорошо. И теперь я удаляю остальной поврежденный металл. Вот такой кусок мне с донора привезли на замену. И я с него беру только то, что мне нужно. То есть горшок, боковины, сам лонжерон мне не нужен. Итак, я примеряю все детали и свариваю их. Итак, практически все сварил. Теперь я крашу все это внутри. И затем примеряю остальные детали и примеряю телевизор, который я тоже покрасил, потому что потом красить его не очень удобно.
так, собрал, работы с металлом закончены. Теперь я могу ее красить. Разбираю все, снимаю фары и готовлю покраски. Шпаклюю, грунтую, крашу. Итак, машину покрасил, собрал, и что, вспомним, до ремонта, после ремонта, до ремонта, после. Ну что, мои друзья, на этом ремонт этой машины закончил. Спасибо всем за просмотр. С вами был Артур, подписывайтесь на мои новые видео. Пока!